вы что, выпивши, да? Как, в смысле? Да я не выпивши, я за ребенком ехала. А почему от вас перегаром пахнет? А? От вам пахнет? Да. Почему вы на встречную выехали? На какую встречную? Я ехала по месту. Понятно. Она выехала на встречу. Муж мой, Шкода стала уходить, они зацепились. А у нас сейчас, смотри, палец покажет. Смотри. Для вас мы отстраняем водителя Донских Елену Вячеславовну от управления транспортным видели, да? Да. Вот. Присутствие вас предлагаем пройти с помощью освидетельствовать с помощью алкотестера. Юпитер на месте. Будете дышать? Нет, я хочу. Нет. Наркодиспансер поедет? Да. Слышим, точно. Скажите, пожалуйста, а закономерно снимать без моего разрешения? Да. Вот все, Петрович, да, выключай. Нет, не закономерно. Давайте, дорогу. Нет такого слова закономерно. Нет слова правомерно. И неправомерно. И ваши фамилии, все, пожалуйста, ну, тоже отказ, вот, убирайте все. Вот эти вот телефоны. Товарищ полицейский, пожалуйста, уберите. Прячьте вот эти телефоны. Вот, я вам потом перекину. Прячьте телефон, убирайте. Они не имеют права без моего разрешения снимать. Видео страшного ДТП на улице Исаака Иванцетти сегодня появилось в социальных сетях. На камеры попал момент столкновения трех иномарок. Автомобиль Audi Q5 выскочил на встречную полосу, где сначала лоб в лоб столкнулся с легковой Шкодой, а потом ударил еще и Toyota Camry. В итоге двух пострадавших доставили в БСМП. Один из них до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии. Второй пострадавший тоже еще в больнице, но его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Дорогие друзья, подписчики, зрители, которые смотрят этот сюжет, вся надежда на вас и только на вас. Мы расскажем вам беспредельную историю, в которой пьяный водитель, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пытается в том числе разделить вину с одним из участников дорожно-транспортного происшествия, который вообще не нарушал никаких правил. Более того, он совершил и принял единственное правильное решение, чтобы избежать этого ДТП. В противном случае было бы просто два трупа. У меня к вам огромная просьба. Распространите этот сюжет, где только это возможно, среди ваших друзей, знакомых и близких. Это очень важно. Благодаря вам мы создадим общественный резонанс. Таким образом, справедливость восторжествует. И суд примет верное решение. И Донских, единственный виновник этого ДТП, будет привлечена к уголовной ответственности. Это ДТП с тяжкими телесными повреждениями. Вот что делает пьянка за рулем. Никогда не садитесь пьяными за руль. 27 февраля 2019 года, где-то примерно в 19 часов вечером, двигался по Саакаванцетти на Шкода Фабия, маленькая машинка. Улица освещенная, от фонарей была. Впереди припаркованная машина стояла справа. Она не мешала проезду, ничего. Машины все свободно проезжали. Ну, я где-то уже к ней подъехал, поравнялся почти уже как бы рядом. Свет был вдали сначала, прям далеко-далеко. И потом резко прям приблизился, прям лоб в лоб ко мне. Ну, вот им пришлось крутнуть в сторону, там иначе лобовое столкновение, и мы бы оба погибли. Она меня бьет в правое колесо мне, и я назад, машина отскакивает еще метров на 10, наверное. Но бьет на встречном, то есть на бьет вашей полосе. Бьет на моей полосе, она бьет меня и как бы чуть выталкивает еще дальше туда, аж на пешеходный переход улетел. То есть с какой скорости она ехала? Километров 120-140, не меньше. Я ехал вперед 60 километров, а улетел назад на 10 метров. Хотя у нее машина такая, тонна на 2, наверное, купятая. Вес и скорость, вот это все. Ну и после аварии... Приезжал, у меня четыре ребра было сломано, колено разбито, сотрясение мозга. И сам Донских Сергей Иванович. Ну, я сейчас уточню.
Она управляла в состоянии опьянения, как нам известно. Ну, после, да, уже как ее... Она сначала отказалась делать освидетельство. Ну, на потом, месте. Да, потом она сделали, а у нее оказалось не только она пьяная, еще и под наркотическим это опьянением. Это в медицинском учреждении. Да, все это, да, все это в документации, все есть он в документах. Ну и после аварии, конечно, он, Сергей Иванович, приезжал ко мне неоднократно. А как она себя вела? Вы там на месте присутствовали или вас забрали по скорой? Я только помню, я вот когда в горячах вышел с машины, дверь открыл, начал обходить вот так, и прям на ногу сразу упал, я по капоту опирался, вот так обошел вокруг машины, пассажирку свою открыть дверь, дверь заклинил, я не мог открыть. Ну, я только вот шумел, там, вызовите быстрее скорую кто-нибудь, а сам я не мог дверь открыть. А уже после, как узнал, ее там это, МЧСники приезжали, пожарная охрана, пилили там дверь, все раскурочили, разломали, вынули. И как мне сказали, ее увезли на первой скорой была, а меня уже как бы на второй. Но тут я уже не помню ничего. Я очнулся уже в гипсу, в электронике, в больнице. Ну вот по нашей информации, вот то, что гуляет в средствах массовой информации, в соцсетях, она вела себя очень адекватно. То есть там все признаки были налицо ее неменяемого состояния. И вот сзади Печенкин ехал, его жена снимала, Надежда. И мои дети подъехали там. Но она там не то, что не адвокат, но она там ходила, как вот этой факи всем показывала с машины там. Но она, ну, видно, что она вот никакая. Угу. А дальнейшее что с вами происходило после этого ДТП, после оформления? Ну, после меня приехали туда, я там продул, уже приехали ко мне ДТПшники, ГАИ. Ну, а потом меня выписали, когда... Вот он ко мне приезжал неоднократно, звонил постоянно, денег давал на лекарства, вот на этот. Покупал. Это супруг Донских? Супруг Донских, Сергей Иванович. Угу. Он 10 тысяч дал мне, и все, он говорил, вы никуда, ничего, адвокат тебе не нужен, ты не нанимай, деньги не трать, я вам, пассажирки мои, тебе, мол, все возмещу вам, все это оплачу, лечение, все. Потом еще раз 10 тысяч давал, ну я ему эти чеки показывал, что я покупал, очень лечился. Потом последний раз он то ли 3, то ли 5 тысяч, вот, уже я не помню, дал еще на лекарство. Он спросил, сколько чего стоит, я ему чеки, все продиктовал. Он мне на телефон переслал. Ну, а потом время проходит, он пропал, не звонит, ничего. А уже, ну, уже задолго до этого, до суда, он уже объявляет, он тоже, я виноватый, я... Будет обоюдно. И он уже знает заранее, что будет обоюдно. Это откуда он может знать? Еще суда не было, ничего. Он уже объявляет мне, будет обоюдное. Mm-hmm. Ну, я так думаю, значит, он проплатил кому-то. Уже, если он уже такое решение сам выносит. Вам он это сказал, и вы в следствие пришли? А я, когда меня вызвали в следствие, бумаги раз мне подписывать, а там все уже как бы... И на меня перевернуто почти. В общем, вот. Обвинение вам предъявили. Да, он все-то и адвоката не нанимай, не нанимай. И вот тогда я... Бдительность ваша что ну, притупить? Ну, видимо, притупила, как видит, что я простой работяга, что там, шоферю. 40 лет шофером отработал, ни одной аварии. 40 лет. На всех машинах работал. И на КамАЗах, и на Уралах, и на ЗИЛах. Ну, а тут вот так вот получилось. Донских пьяных. В этом ДТП моей вины нету, ничуть, даже ни капельки. Потому что я двигался по своей полосе, правила я не нарушал, ни один пункт, который мне вменяют. Если бы я не уходил влево, не попытался уйти хоть чуть, то было бы два трупа, я больше не мог ничего сделать. Останавливаться поздно, тормозить. Она скорость была у нее километров под 140-120. Я двигался тихо, потом от этого никак не избежать. Было бы какое-то другое движение, не ушел я влево. Значит, мы были два трупа, пассажирка и я. Ну и, соответственно, здесь бы вас уже не было. И мы бы здесь не сидели, вот я бы и не разговаривал бы. Конечно бы она была бы тогда виновата, ну и меня бы, наверное, посмертно обвинили, если уже так обвиняют. Ну и, естественно, я так думаю, проплатилось, и все пошло вот так в обратную сторону, на обоюдное. Раньше он ходил, все это, все будет, я вам оплачу лекарства, все больничное вам. Я 150 суток был, 150 на больничном. Считай, полгода. Ну, а потом вот он перестал звонить, все. А потом уже звонит, да все, обоюдное будет, ты виноват. Разделишь то вину. То есть, когда он уже знал, что будет обоюдная вина, он уже с того момента перестал любые контакты. То есть, да. Его задача была звонит, вам притупить что... ваше внимание. Да, и звонит потом, все, ты будешь так же, обоюдная вина ваша будет. Процесс будет в Центральном районном суде 31 числа августа. 31 августа. В 11 часов. В 11 часов. Курбатова судья.
Курбатов судья, да. Да, мы обязательно там побываем. Обязательно будем в качестве будем слушателей рады там присутствовать. Ну, я очень надеюсь на то, я что на судья... вас надеюсь, и на адвоката. А мы надеемся на то, что судья примет правильное решение. Оно единственное верно. Вы здесь ни в чем не виноваты. Однозначно Донских привлекать. Ну, а сейчас мы выслушаем мнение адвоката Шипилова Андрея Михайловича. Обратился гражданин Шипилов Анатолий Иванович за оказанием ему правовой помощи в связи с возникшей ситуацией, в которую он попал. Это дорожно-транспортное происшествие, в котором был он участник на улице Сакаиванцети 27 февраля 2019 года. Значит, разбираясь в этой ситуации, я понял, что ни органы предварительного следствия, ни прокурорский надзор по ходу дела не стали разбираться в создавшейся ситуации и решили в данной дорожной ситуации, которая спровоцировала водителя автомобиля Audi Q5 Донских, обвинить еще и Шипилова Анатолия Ивановича, то есть разделить как бы вину пополам. На обоих, да. Хотя в данном дорожно-транспортном происшествии телесные повреждения получила пассажирка автомобиля «Шкода», которым управлял водитель Шипилов, и его пассажирка. Но, однако же, сталкиваясь с этим барьером, который непонимание как предварительного следствия, так и органов надзора, как прокуратуры, Шипилову инкриминируют те пункты правил дорожного движения, которые инкриминируются и водителю автомобиля Audi Q5 Донских. И ознакомившись с этими пунктами правил дорожного движения, я понял, что все те пункты, которые вменяются, а данная категория дорожно-транспортных преступлений, она связана с тем, что, инкриминируя содеянное, надо ссылаться на нарушение правил дорожного движения. Вот. Значит, если цитировать те пункты, которые ему вменяются, это пункт 1.3 правил дорожного движения, 1.4, 1.5. Это все три пункта, которые взяты из общих обязанностей водителей, которые, если и каждый пункт цитировать, то каждый водитель и каждый гражданин, который управляет транспортным средством, он обязан знать и соблюдать данные правила дорожного движения. Но, как видно из видео, которое было взято с камеры наружного видеонаблюдения, Шипилов ни одного пункта не нарушил правила дорожного движения. Что касаемо такого пункта, как 9.10, что водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущего впереди транспортного средства, которое позволило бы ему избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения. То есть здесь вообще этот пункт никак не исследовался ни органами предварительного следствия, ни при подписании обвинительного заключения прокуратуры Центрального района. То есть возникает вопрос, какую дистанцию, какой боковой интервал мог не соблюдать Шипилов при движении по своей полосе движения, не двигаясь ни за каким транспортным средством, не обгоняя, не совершая никаких противоправных действий. То есть водитель просто двигался, никому не создавал помех, тут выезжает по его полосе движения, даже не выезжает, а движется определенный промежуток времени транспортное средство, которое создает помеху для движения Шипилова. Ему, извините, деваться некуда. Вправо стоит автомобиль, как будет видно по предоставленному видео. И он начинает, как говорится, у него возникает чувство самосохранения, инстинкт самосохранения. То есть он прибегает в этом случае... Ну, я бы сказал, к единственному верному решению. Да, это крайняя необходимость. Угу. Это, согласно Уголовного кодекса, статья 39, это крайняя необходимость. То есть человек, избегая наиболее тяжелых последствий, как гибель и лобовое столкновение, он начинает тормозить и уходить влево. Но в этот момент происходит столкновение на его полосе движения. И экспертиза, которая была проведена в рамках уголовного дела, она также говорит, что как бы уходит в тень, но место столкновения ставят на полосе движения Шипилова, при этом трактуют, что
ближе к середине проезжей части. То есть там есть дорожная разметка. Ближе к середине, но все-таки на встречной полосе. Да, на полосе движения ШИП. Да, это для Ауди встречная полоса движения. И движение 9.1-1 правил дорожного движения вменяют ему также этот пункт, что он осуществлял движение по встречной полосе. То есть у нас понятие по правилам дорожного движения осуществление. То есть человек пересек и начинает двигаться по встречной полосе, тем самым создавая помехи для других участников дорожного движения. Но в данной ситуации также будет видно по видео, что Шипилов только левыми колесами заезжает за линию дорожной разметки 1.1. В крайней необходимости. В крайней необходимости, да. Вот. И при этом все эти пункты не исследованы, и им не дана правовая оценка. Просто так вот, не знаю по какой причине, разделить в данной дорожной обстановке вину пополам. Я даже не знаю, куда смотрит прокуратура, которая подписывает данное обвинительное заключение, и как ведут себя органы суда. То есть, и самый такой ключевой момент – это пункт 10.1 правил дорожного движения, который вообще не исследовался. Угу. Вот. А у нас поясняется, 25-й пленум Верховного суда Российской Федерации поясняет, что когда инкриминируют нарушение данного пункта, то водителю надо рассчитывать техническую возможность. Располагал он или не располагал, тем более там темное время суток, хотя там и очень хорошо освещенный участок проезжей части, надо проводить, располагал, не располагал. Нам неоднократно мы писали ходатайство, жалобы, нам в постановке этого вопроса и включении его в вопросы для экспертов отказывали. Хотя сам следователь в своем постановлении пятым вопросом поставил данный вопрос, располагал ли и не располагал водитель Шипилов технической возможности. Но эксперты самоустранились и завуалированно как бы ушли от решения этого вопроса, тем самым нарушая свой же закон, федеральный закон 73 об экспертизе экспертной деятельности в Российской Федерации. Они самоустранились от решения этого вопроса. У нас возникла необходимость тогда проведения своей, как говорится, частной независимой экспертизы. И мы также приложили эти доказательства в материалы уголовного дела, но им также не дан был анализ и проигнорировано было. Хотя... То есть фактически та экспертиза, которую вы сделали, она полностью разбивает экспертизу, которая была сделана в рамках следствия по ходатайству следователя, правильно я понимаю? Но она ее не разбивает, она ее дополняет. Дополняет. Но своим дополнением, как правильно вы сказали, она ее разбивает. Угу. То есть... Получается, без вины виноватой мы предоставляем доказательства согласно материалам уголовного дела и согласно нашему процессуальному положению, что мы имеем право предоставлять доказательства в рамках уголовного дела, но на наши доказательства смотрят сквозь призму, не замечая того, что мы доказали невиновность Шипилова, однако обвинение предъявляется ему. Всеми способами, незаконными методами пытаются это дело затянуть в судебное заседание. И на судебном заседании, также отказывая нам во всех тех доводах, которые мы предлагаем суду, нас как бы деликатно отфутболиваем и тем самым как бы заставляя Шипилова примириться с потерпевшей, которая к нему претензий не имеет, пассажирка его. Вот. И та сторона вроде бы как бы хочет компенсировать материальный ущерб потерпевшей. А Шипилов тоже получил в данной ситуации: машина разбита, в страховой ему отказали в выплате, так как донских водитель автомобиля Audi Q5 не имела при себе страхового полиса, то есть автомобиль был не застрахован. И ему отказывают в выплате, даже по телесным повреждениям, хотя страховая имеет право. По полученным телесным повреждениям произвести выплату страховую, ну и также по автомобилю. Вот. И данный пункт, как бы в кучу собранные пункты, данный пункт даже тоже не вменили. Ну, хотелось бы задать вопрос, если вы до кучи вменяете все пункты 1.3, 1.5, 1.4, то почему не вменили 2.1.1 правил дорожного движения? Это же тоже нарушение. Абсолютно верно. Да. И лишают человека в гражданском порядке получить страховую выплату, выплату за причинение здоровья. И суд как-то вот на это смотрит и не принимает во внимание. Но у меня сложилось такое впечатление, что там какая-то заинтересованность со всех сторон.
следствия, прокуратуры, суда. Здесь очевидно видно, даже просто на видео простым обывательским взглядом посмотреть, видно, что человек едет по своей полосе, ему навстречу движется транспортное средство в его полосе. И он уходит, единственное правильное решение принимает, потому что с правой стороны ему идти некуда припарковано транспортное средство, он уходит влево, там, где нет никаких транспортных средств. И на полосе встречного движения у них получилось столкновение. Это свидетельствует о том, что даже если бы он бы не уходил бы, все равно столкновение было бы. Да, совершенно с вами согласен. Поэтому ну, здесь явно хотят разделить вину на обоих, чтобы не одна она тянула эту лямку. Ну, я также предчувствую, так как Донских, я так понял, что занимает не простое положение в обществе, она является врачом областного психоневрологического диспансера. Вот. И были движения такие, что сперва, конечно, она признавала свою вину, то, что и Шипилову были, там были возмещения каких-то ущербов, а потом вдруг неожиданно возникает такой вопрос, что приходит и поясняет потерпевшей женщине, которая была в качестве пассажира в автомобиле Шипилова, что извините меня, здесь будет обоюдная вина, что и ты виноват, дорогой, но должна быть причинно-следственная связь, должна даваться оценка, причина, создал, кто создал аварийную обстановку, и даваться анализ тому, что послужило причиной ДТП. Абсолютно. Проехал водитель. Здесь... Да. А вот такой момент. Значит, я так понимаю, в ближайшее время будет назначено судебное заседание. Да. Какого числа это будет? У нас назначено на 30 августа. 30 августа, да. Да? Значит, я так понимаю, вы хотите, так как есть две экспертизы, да, мы хотим вы хотите заявить о третьей, да, о проведении, так скажем, комиссионной, насколько мне известно, да, эта экспертиза, ну, как, если я не прав, поправьте. Она будет, как бы, она будет считаться комиссионной, так как там видеотехническая, автотехническая, но она будет либо дополнительная, так как этот вопрос-то не решен. Не решен, соответственно, устранить. Либо повторная, потому что мы не выходим за рамки уголовного дела, не выходим за те вопросы, которые были поставлены на предварительном следствии. Мы хотим, чтобы нам решили тот вопрос, пятый вопрос, который не исследован. Располагал водитель Шипилов технической возможностью, либо не располагал. И мы вынуждены просто в рамках судебного разбирательства в суде заявить данное ходатайство о проведении, как бы по счету будет третьей экспертизы. Вот. Но будем ходатайствовать уже как бы не в наш Воронежский центр судебных экспертиз. Здесь заинтересованность есть определенная. Да, здесь уже по ходу видно, что не до конца доделана экспертиза, не до конца эксперт ответил на поставленные перед ним вопросы. Ну, он ответил так, как удобно, я так понимаю, следствие в том направлении, в котором мы задали, так скажем, им. Да я не думаю, что там следователь тоже был в чем-то как-то заинтересован. В основном надзор осуществляет прокуратура. То есть вы думаете, это прокуратура? Я думаю, я думаю, прокуратура заинтересована в исходе. Даже карандаш поломался. Это значит, это признак прокуратуры 100%. Вот, потому что дело по нашей жалобе, или именно по моим жалобам, неоднократно запрашивалось в прокуратуру. Прокуратура исследовала все. И почему-то они пришли к выводу, что здесь обоюдная вина. Хотя, ну, черным по белому правила дорожного движения написаны, читайте их и сопоставляйте со степенью вины, со степенью участия каждого водителя в данной дорожной обстановке и делайте, товарищи, свои выводы. Ну как можно галтело вот так взять и человеку вменить просто те рядовые пункты, которые вообще не относятся к причинно-следственной связи? Это получается, конечно, не буду, как говорится, говорить то, что безграмотность и оскорблять органы надзора. Вот. Но я считаю, что здесь стопроцентная безграмотность. Это, извините меня, можно все правила дорожного движения переписать и какой-то один пунктик найти и сослаться на него, что, извините, вот вы его нарушили, вы вот взять пункт 1.1. 1.5 правил. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда. Этот пункт раскрывается у нас в чем? Что запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать заграждения, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры и другие технические средства, оставлять на дороге предметы, создающие помехи для лицо, создавшегося помеху, должно было убрать это все. Это относится как бы
к бытовому характеру, то есть создал ты помеху, там мусор набросал там, или что-то, ну, что-то да, мешает. То есть, угу. Ну, как это можно применить? Здесь применили. Да, ну, здесь применили. Видимо, могут. Здесь могут. Применили. Они так считают, да. Безграмотность, согласен. А еще момент мы не уточнили, очень важный. Она же ехала в состоянии опьянения. Да. И она, это установлено. Это установлено, не то есть только алкогольное и наркотическое, опьянение. Да. И более того, получается, то есть водитель может двигаться по дороге общего пользования в таком состоянии, да, совершить ДТП, а с ним разделят это вину второй участник дорожного движения. Который совершенно трезвый. Трезвый, ничего не нарушал, ехал по своим делам, не нарушая ни с каких правил дорожного движения. Вот так может случиться. Так что еще характерно-то, наш водитель мог бы и не присутствовать на данной беседе и не давать вам интервью, если бы он, как нам трактуют органы предварительного следствия и надзорная инстанция прокуратуры, а сейчас дело, разбирательство, дело идет в суде, что если бы он тормозил, он бы, может быть, и остановился. А но... толку от этого? Сбежать ДТП-то все равно, да, нельзя было. Тут очевидно и понятно. И нам, и наша независимая экспертиза четко раскрывает, что даже при том, если бы Шипилов применял торможение, избежать столкновения не представлялось возможным ему. То есть он бы сейчас не присутствовал, так бы и никак не присутствовала его пассажирка в зале судебного заседания. То есть уже бы был летальный исход, и поэтому... Вот такой вот, кажется, беспредел, потому что почему мы к вам обратились, мы обращались и в российские телеканалы, и производились интервью нескольких каналов, и съемки, но везде почему-то в эфир не выходило, они ссылались на то, что, согласовав с прокуратурой, им не дали разрешение на выход этого сюжета в эфир. Хотя странно, вообще СМИ ни с кем такие вещи не согласовывают, кроме как с главным редактором. Ну, я тоже с вами согласен по этому поводу. Однако же после того, как происходили съемки, бралось интервью, звонили, а почему не выйдет? Да вот, нам там не разрешили, нам там не согласовали, там какой-то компромат. А я не вижу, что здесь какой-то имеется компромат, так как это все, извините, все ДТП есть полнейшей доступности в сетях интернета, там все очевидно, и кто бы из специалистов, даже мало разбирающийся в дорожно-транспортных происшествиях, в их расследовании, все поясняют, что, извините меня, ну, в лоб летит электричка весом почти 2 тонны, и тут едет капсула смерти «Шкода Фабия». И я считаю, что в данной дорожной ситуации Шипилов избрал наикрайнейшую меру. То, что... Я согласен. Да. Но он в любом случае ничего абсолютно не нарушил. И его хотят по беспределу просто сделать еще одним обвиняемым, ну и, соответственно, привлечь его к уголовной ответственности. Да. Я в корне с этим вот не согласен. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы максимально распространить этот материал и привлечь общественность и создать общественный резонанс для того, чтобы справедливость восторжествовала. Все-таки суд должен обратить внимание на все доводы, которые вы излагаете, и провести повторную экспертизу, либо дополняющую экспертизу, да, которая установит невиновность Шипилова. И единственное верное здесь решение – это виновность одного человека, одного водителя, это Донских. Тот человек, который ехал пьяный, еще и в наркотическом опьянении. Это вообще недопустимо. Суд с прокуратурой, с органами следствия, получается, что, как говорится, благоволят таким водителям. Да, то есть, пожалуйста, безнаказанно садитесь, да, едьте, допускайте ДТП, а самый гуманный наш российский суд разберется, кто прав, кто виноват, но тенденция складывается к тому, что, я думаю, если первая инстанция, районный суд территориальный, где-то произошло дорожно-транспортное происшествие, вынесет обоюдную вину, то мы будем доходить до вышестоящих, то есть областной, кассационный суд, до Верховного суда будем доходить. То есть, ну как в нашем, как говорится, правовом государстве, такой беспредел, можно сказать, что человек без вины виноват, и, пожалуйста, и преподносит это так, что, пожалуйста, это же процесс, наглядно происходит все. Он публичный. Публичный, да. То есть вызываются свидетели, понятые, все, как это все. И вызывался второй участник ДТП, это
Печенкин столкновение, то есть третий участник ДТП, этот, чья машина тоже пострадала, он тоже не получил за свой автомобиль. Странно, что он не оказался здесь виноватым. Да. Вот странно. Ему больше всех повезло. Да. Ну и больше всех он пострадал. На самом деле, и с точки зрения ущерба материального, потому что ваша вот непосредственно пассажирка Шипилова пострадала очень сильно. Я бы сказал, ну, крайне сильно пострадала, конечно. Да, она просто была пассажиром. Да. И вот это я удивлен, конечно. Ну, я очень надеюсь, что суд разберется и вынесет правильное решение с точки зрения закона и как бы справедливость. Мы бы хотели тоже на это надеяться, что к нашему мнению прислушается суд и вынесет, как говорится, вердикт оправдательного приговора в отношении Шипилова. Да. Потому что здесь я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы незаконно обвинять человека и привлекать к уголовной ответственности. Просто потом прокуратура, взаимодействие с судом и участвуя в процессе, они впоследствии понимают, что для них, если оправдательный приговор будет в отношении Шипилова, а мы будем по всем инстанциям удивляться, что он будет для них не очень-то... Ну, печально. Печально, да. Вот. А здесь все предпосылки исходят из того, что я считаю, с профессиональной точки зрения и с позиции закона, с позиции тех пунктов правил дорожного движения, которые ему вменяются, что ни одного пункта правил дорожного движения он не нарушил, и причина следственной связи была не в действиях Шипилова, а в действиях водителя Донских. Все верно. Ну вот как-то так. Хорошо, спасибо за комментарий. Да я не выпишу, я за ребенком ехала.